Ну, по горячим следам, наверное, сложно оценить прям досконально, как и что, но не совсем мы довольны игрой, рассчитывали немного на другое и требовали от футболистов другого, но не совсем у нас получилось. Вот. Ну, почему, будем смотреть, есть субъективные, объективные причины, нужно в них разобраться и двигаться дальше. Единственное, наверное, положительное, то, что заработали очко на выезде, хотя, в принципе, и ребят и сами настраивались на победу перед игрой, но так получилось. Пожалуйста, вопросы. Дмитрий Юрьевич, согласны с тем, что сегодня такие, встречались два несыгранных коллектива, поэтому футбол таким получился, скажем так, рваным, и моменты создавались больше как эпизоды, а не как сложная позиционная игра. Еще все на пути. Ну, абсолютно верно. Сейчас, наверное, порядка там половины команд ФНЛ находится в состоянии, когда формируются команды. Сильные и слабые стороны каждого игрока достаточно сложно понять, если ты не играешь, а только в тренировочном процессе. Вот. Поэтому я думаю, что это одна из причин, по которой, скажем, и у нас не получилось то, что мы задумывали. Да? Но думаю, что и Факел, наверное, не совсем доволен то, что он делал. Вот. Поэтому я думаю, что еще какое-то время нужно для того, чтобы понять, как кто из игроков на что способен, сыграться, связки наиграть. И уже требования, те, которые предъявляет тренерский штаб команде, они должны выполнять, а уже дальше там корректировки и двигаться дальше. Еще двойная замена в перерыве, когда выпустили Ахьядова и Подбельцева, были недовольны ходом игры в первом тайме? Ну да, я уже сказал, что мы немного другое планировали, и у нас не совсем все получалось, поэтому мы хотели, во-первых, где-то и встряхнуть футболистов, чтобы они поняли, что нельзя на поле там как бы не до конца выкладываться, вот это раз. Это не применительно к тем, кого заменили, это вообще как бы пытались именно внутри команды повернуть вот этот, там, скажем, накал, чтобы они почувствовали, что просто здесь не будет. Вот. Но я считаю, что первые минуты второго тайма, да, не пошли на пользу нам эти замены, но потом опять, как вы правильно сказали, игра рваной такой получилась, и туда были и моменты, и сюда, где-то даже без центральной линии начали играть, вот. И, наверное, для нас это не совсем свойственно, то, что мы хотим, поэтому так. Вот.